Сегодня весь личный состав полиции Лесосибирска был задействован в поисках двух пропавших 13-летних школьниц. Сообщение было опубликовано утром 9 сентября. В нем указано, что подруги не появлялись дома с 7 сентября. Мама одноклассницы одной из пропавших девочек рассказала, что 13-летняя школьница была из неблагополучной семьи. Она неоднократно стояла на внутришкольном учете, систематически прогуливала занятия. Учебой она не заинтересована, а мама этой девочки не заинтересована в том, чтобы дочь получала нормальное образование. Учителя, конечно, пытались как-то повлиять, вызывали маму в школу, но воспитанием на тот период занималась бабушка, мама пила, рассказала женщина. По ее словам, еще в 12 лет у девочки появился ухажер старше ее на несколько лет. Местная жительница рассказала, что видела одну из девочек на въезде в поселок. Она сидела на обочине прямо у дороги на земле. Мне показалось, что она была в неадекватном состоянии. Либо это было алкогольное опьянение, либо наркотическое, не берусь утверждать наверняка. С ней был какой-то парень, он ее удерживал, рассказала женщина. Позже СМИ дополнили обстоятельства пропажи детей. Оказывается, одна из девочек уже сбегала из дома ранее, ночевала в общежитии у друга, но обычно возвращалась утром. Недавно стало известно, что девочек нашли живыми. Их нашли в лесу во время масштабной поисково-спасательной операции. В ходе прочесывания местности участковыми уполномоченными полиции было принято решение осмотреть возвышенность, находящуюся в лесном массиве, говорится в сообщении. Вывести из леса детей удалось благодаря помощи местных жителей на квадроциклах.